Здравствуйте, уважаемые телезрители! Мы продолжаем наш цикл познавательных передач, в которых наши гости раскрывают интересные темы, касающиеся нашей с вами жизни и истории. Рождение художника – явление необычное и прекрасное. Наш герой родился в семье ученого-историка, и именно духовная атмосфера семьи приобщила его к культуре, сформировала неординарный взгляд на искусство и породила желание творить. Мне кажется, что все люди рождаются с каким-то определенным талантом и набором творческих способностей, но не все знают, каким образом их можно реализовать. Ведь творчество происходит от слова «творить». И творческие люди, они всегда заняты самосовершенствованием. У них органичный духовный мир, и они всегда ищут для себя что-то новое в жизни. Узнать, с чего началось его увлечение живописью, как он искал в ней себя, чем были заняты мысли и время молодежи их поколения, о дружбе, о друзьях юности, обо всем этом мы поговорим с художником, графиком, иллюстратором, карикатуристом Адгуром Дзидзари. Адгур, спасибо, что нашел время и прийти. Я прежде чем вызвать тебя на беседу, я посмотрела все твои выпуски, передач, посмотрела, вопросы дублировать не буду. Ну, для телезрителей еще раз напомню, что ты родился в семье известного ученого Георгия Алексеевича Дзидзари, историка. И ты как-то сказал, что воспитывать надо на нравственном примере семьи. Ты можешь какой-то эпизод вспомнить из жизни? Вот, что папа говорил, мама, вот пример какой-то. Ой, как врасплох. Ну, по-моему, это я так, тебе подскажу, как ты не смог устроиться к отцу на работу искусствоведа. Ну, это уже было, да, в таком... Причем он настаивал, чтобы я пошел на искусствоведение, при этом потом он же меня и не взял. Ну, это то самое, наверное, абсурд, что сейчас мы и говорим, что отец не покровительствовал сыну. Ну, мне кажется, вот это чрезмерно, потому что все-таки надо помогать, насколько это... Тем более там это противоречило вообще какой-то такой уже логике, то есть надо как-то разумно все-таки. Но, в общем, я хочу сказать, что, конечно... Это все время таким рефреном шло. Вообще в семье, вот она, мать еще такая была, то есть это вот присутствовало все время. Какая-то вот нравственная оценка всего. То есть оно вот всегда имело свой окрас. То есть любое вот действие, оно всегда, ну как бы даже вот дети там, ну, что-нибудь там творили, натворили, или вообще любые события, они всегда имели какую-то вот нравственную оценку. Вот как вас воспитывали? Что там? Ну, как бы вот не было такой строгости, знаешь, классической, но вот присутствовало вот это вот. Вот это понимание, особенно от мамы еще, вот ты когда говоришь абсурд и так далее. У нее все время такая вот, она ориентировалась на какую-то... У меня тоже возникло это чувство, что было нечто большое, значимое для нас, я имею в виду, как вот дух, да, абхазский дух. Поведенческие и прочее, прочее. Она все время вот отсылала куда-то назад, куда-то вглубь. И мне казалось, что это правда все как-то, ну, как сказать, это достаточно серьезный ориентир. Мы-то ему, может быть, как и дети обычно, городские дети, там, мы жили своей жизнью, но оно куда-то на подкорочку, видимо, все-таки откладывалось. Я вот с детства, сейчас откроем секрет, телезрители, я и твоя племянница Мадина очень часто находились в доме. Я не помню, что кто-то там не работал. Тетя Оля, Георгий Алексеевич, все они работали. Даже вот тебя помню, я не помню, чтобы ты сидел, просто читал книгу. Все время читать что-то книгу писал. Это работа. Да, ну, читать книгу это отвлечение тоже где-то было. Ну да, это тоже работа. Вот у вас все время атмосфера была работы. Вот такая какая-то духовная еще атмосфера. Когда со столом собирались, я помню разговоры, о чем-то всегда говорили, о чем-то интересном. Вот мы маленькие еще были детьми, мы воспринимали. Таких частных бесед никогда не было, просто там о чем-то. Если обобщить, то да, знаешь, как-то вот я, варясь в этом, как сказать, бульоне, не очень понимаешь, но вот сейчас я понимаю, что, конечно, нам было вот это изначально так вот детерминировано, что, то есть, что человек не только бытом живет, не живет вот какой-то обывательской вот этой средой, да, что есть нечто большее, что движет там деятельностью человека. Вот просто отцовская работа, например, да, вот она как-то, ну, она вот во главе стояла. И не работа, как зарабатывание там, чтобы потом в клюве принести что-то домой, а работа как вот нечто большое, дело большое.
Это очень, вот это вот, вот важный момент. И мы, мать роптала, естественно, как любая женщина, потому что ей надо было целую ораву кормить. Да, это каждый день, это никуда не денешь. И нам, как бы, вот эти высокие материи, детям... Там, но мы как-то тоже понимали, вот это, с этим ощущением росли, было вот это точно. И как-то вот, видимо, вот это и оно, как сказать, из-под воль, но оно вот прививалось. И я тоже, например, не мог бы простой вот жизнью такого обывателя, который обустраивает свой быт и прочее, вот на этим ограничиться. Вот я как бы, мне слишком тесно в таком формате. Поэтому вот оно вот, наверное, да. Так что в этом смысле ты права, да, что я тут могу сказать. Да. Я говорю, а вот я знаю, ты очень разносторонний человек. Ты всегда хотел быть именно художником? Ты же не только художник, правда? А, ну, не знаю. Мне кажется, тогда это для меня это удобнее всего было. Просто я опять методом исключения. А что я еще мог делать? Ну, может, если там по-другому сложилось бы, там я мог бы выбирать уже. Может, я запел бы, я не знаю. Мне нравится петь вообще-то. Как это кому не покажется удивительно. Вот. Может, я бы хотел, я помню, мы же рядом с музучилищем, и мы как-то там по карнизам лазили, в общем, ну, играли. И там в каком-то из классов занятия были у какого-то вокалиста. Ну, уже такой, ну, нам очень взрослый казался. Ну, молодой человек, в принципе, был. А мы там что-то хихикая в окно заглядывали. Он сказал, он очень доброжелательный, что редко вообще детей обычно так гоняют. Он как-то очень серьезно с нами сказал, ребятки, пока вот рано, но чуть постарше приходите, вот все-таки это вот классическая пение. Ну ты просто все-таки искусство. Мне хочется сказать, чтобы ты рассказал немножко о той сухумской группе, что такое была сухумская группа. Все говорят, вот сухумская группа, которая сложилась. Все так знают, но я знаю, что Алеша Шервашидзе к вам тоже примкнул, к этой сухумской группе. Во время. Что это альтернативное сложилось искусство в СССР, да? Ведь в то время, я думаю, что многие наши телезрители, особенно молодежь, они не знают, как был закрыт вот СССР, что была только вот признанная, вот как я правильно говорю, да, вот такая вот, надо так писать именно так, что там не знали других восьмерых. Ну, были каноны своего рода. Вот как образовалась эта сухумская группа? Мне то хочется сказать, чтобы вот вы были своего рода бунтарями. Ну, такой, да, деликатный бунт и очень такой. Там, собственные бунты, это была просто попытка все-таки делать то, что нравится. Потому что и такой, как группы, как таковой, это потом так, это так часто бывает. Как сейчас там импрессионистов, например, называют импрессионистов. Они сами же, это потом для того, чтобы как-то обозначить движение, изменение, там, ну, вот там, с подачи. Да, это была революция, я же еще застала, вот я была ребенком, но я помню, что это все шло в разрез. Это вы революционеры были? Ну, это громко опять все. Ну, я думаю, как, короче, просто у нас... Во все времена и вообще везде это есть, если это прикармливается как-то, ну, а сегодня не так вот, то есть за что платят деньги, просто сегодня немножко другие, тогда это была идеология, которая руководила, хотя опять, в основе опять было материальное довольство, да, потому что государство, тогда только государство покупало. Да, то есть вот Министерство культуры там закупало, и я видел, как это все делалось. Я даже тогда вот, я приехал, когда отец меня не взял, я поработал год в Министерстве культуры, и я как бы считалось вот закупщик, да, то есть я представлял Министерство культуры, а закупку производил наш, как они тогда назывались, ну, в общем, практически это правление Союза художников. То есть они сами у себя покупали картины, и можно представить, что они покупали, да? Ну, вот, собственно, из этого и складывалось. А просто так пойти и продать, то есть тогда все эти вещи, это, как сказать, да, наказуемые были. Там, я не знаю, уголовно или нет, но факт, что не было такой практики. То есть самой свободы не было. То есть нет, ты просто, ты существуй на свой страх и риск, как хочешь. Продать картины ты не можешь, написать, что тебе нравится, ты не можешь. Ну, собственно, как-то так было. Но у нас это не так все. У нас немножко другой, у нас свой такой акцент был национальный. То есть, а так вообще в Советском Союзе, да, это все было то, что называлось социалистическим реализмом. И оно, как сказать, растлевает души, особенно художник. Человек, да? Не растет. Не то, что не растет, а он просто продается. Цикле, да, просто вот и все. И большинство предпочитает. Ты знаешь, я вот смотрела твои передачи, и ты говорил, что твой брат, двоюродный, он вот смеется над тобой. А, ну да. Он говорит, ты скажи, пожалуйста, а вот искусство должно быть всем понятно, как ты думаешь? Да, ну нет. Как...
Искусство это, ну, вещи разные. Ну, кто-то там какие-то тамбовские гобелены повесит, ему это будет искусством. То есть у каждого свой запрос. И просто ты не должен писать с расчетом, что ты червонец. Всем понравится. Да, вот это мышление, потому что есть логическое. Вот ты смотришь картину, там показывают, к примеру, говоришь, там мертвый, там лежит или что-то. Ты понимаешь. А есть такие вот просто, ну, вот абстракция, как я понимаю. Это просто предметы. Ты вот это вот сознание, это подсознание художника выдает, что у него в душе, и вот ты должен подумать. Ты вот над твоими картинами надо думать. Вот я смотрела, я видела много цвета, я пыталась разобраться, еще я вижу, что там она подписана каждая. Это человек не, как говорится, не подготовлен, он не поймет. Потом большинство и говорят, я так тоже смогу, правда? Вот когда смотрят, говорят, я так тоже смогу, это продается. Вот сейчас, мне кажется, как ты думаешь, рынок одержал победу над искусством? Я не знаю, мне кажется, это всегда присутствует и всегда дилемма. Тоже Пикассо людей. Когда-то сказал в конце, я, говорит, чем непонятнее писал, тем больше меня, говорит, покупали. Ты знаешь, это там есть такое, бытует, там многие перепосты делали, это на самом деле фейк. Да? Это я потом специально, потому что я-то точно знал, что он так не мог сказать, потому что это, ну, я... Значит, это нам тоже навязывают то, что... Это абсолютный фейк, это придумал какой-то итальянец еще в 60-е годы, по-моему. Это для меня было Журналист. Потом странно. Да, я просто докопался, я стал там искать и нашел, потому что, ну, мне это совершенно не нравилось, потому что это идет абсолютно в разрыв. Он серьезный художник, ничего себе. То есть это там такие глупости описаны, это, ну, вот только поверить, но, ну, очень неискушенно. Ну, это надо, потому что человеку быть, опять же, подготовленным. Да, но я считаю, титан. И как он мог так сам себя предавать или что? И он-то увлечен, наоборот, он был погружен бесконечно. Для него это было самым главным, это одно из условий. Я, например, большим художником никогда не стал бы, потому что я, ну, как-то семья, для меня все есть человеческий, а он все во главу ставил, только для него было важно его творчество. Да, и причем он был смелым, когда он что-то, и да где, он писал, а когда ему сказали, когда ему кто-то сказал из журналистов, я не понимаю ваши картины, когда он сказал, ну есть китайский язык, вы же тоже не понимаете, но тем не менее он существует. Ну да, нет, обычно, как сказать, для многих считается, непонимание считается главным критерием оценки. То есть он говорит, я это не понимаю, но при этом он не с сожалением говорит о том, что он не понимает, а хотел бы понимать. А раз он не понимает, то это плохо. Есть известная фраза, что не спешите ругать то, чего вы не понимаете. Американский писатель Дос Пассос, один из твоих любимых, Джон Дос Пассос. Мы сейчас расскажем для телезрителей, что это современник, кто не знает, Хемингуэя, португальского происхождения, если я не путаю. Вот он был когда-то левого толка писатель, потом поменял. Там Манхэттен, США, его трилогия, сам знаменит. Так вот он сказал, я хотел бы встретить кого-нибудь, кто мечтал бы о провале. Провал – это самая прекрасная вещь на свете. Ты с ним согласен? Это... Ну... Это учит многому. Таланту не надо все время его, чтобы, как я, человеку не надо греться в лучах славы, да, как я поняла? Ну, медные трубы в конце стоят. Почему? Потому что самое главное испытание. Люди начинают наслаждаться и вот в лучах вот этих всех золотых. Это понятно. Но я когда-то говорил, что вообще, если бы памятники не победам ставили, это меня мысленно было, я когда-то в Германии увидел где-то в глубинке, по-моему, по Первой мировой, ну, они поставили там кому-то погибшим. Ну, немцы, они же такие же там люди были, бедные, чьи-то сыновья и так далее.
Я думаю, вот немцы, которые проиграли две войны, да, такие серьезные, и вот у них все равно есть памятники. Я подумал тогда, что вот важнее было бы все-таки памятники поражениям ставить, а не победам, потому что вот эти победы, они как бы охмеляют, то есть немножко отвлекают. А поражения учат, конечно. Потому что мне так понравилась вот эта его фраза, ну, да. Он обычно, мало кто вот так говорит и так емко выражает то, что человеку провал тоже, особенно творческому, он полезен. Нет, ну, да и вообще. Адгур, я знаю, что ты занимался восточными единоборствами, и причем, если я не ошибаюсь, у тебя даже есть черный пояс. Даже вот, два, если даже что два, хочешь. Даже два, да. Кто в советское время это тоже не... была редкостью. Вот ваше, мне хочется сказать, вот как ты к этому, с чего началось увлечение? Вот молодежь вашего поколения, чем были заняты мысли и время? Вот отличается от нашего поколения, от сегодняшнего? Мне трудно сказать. Я думаю, что и сегодня тоже разные люди есть. Просто у них больше возможностей, и меня, конечно, мне досадно, что, имея такие возможности, люди так как-то плоско и одномерно живут. Но это молодые вот это люди, твои восточные единоборства, это тоже из твоего самопознания? Ты это... Откуда это пошло? Это было, это тоже для меня это было вообще, это же ново было. Это не просто модно, это было что-то, как некий мир, который, ну, возможно, это какое-то окошко открывается куда-то. И, конечно, кто бы там оказался, как не я. Я, конечно, это Сёма Дарахвелидзе, он врач. Я его знал еще по баскетболу, а он после ординатуры приехал там из Москвы. Я знал, что он уже там. Через его там брата, наверное, уже знал, что он там занимался, вот он приедет, и мы займемся каратэ. Я, конечно, в первых рядах, я первый пришел к нему. И моего соседа Зуэля Кубана взял. Вот мы вдвоем были первые ученики. Мы в парке еще, просто вот на пятачке, вот где беседка, вот там занимались летом. А потом осенью уже пошли в зал, там уже все всерьез началось. И там попросились все мои друзья уже заранее. Там мы вот ходили вдвоем туда заниматься, и Сёма сказал, что с сентября начнем. И уже там ко мне очередь такая, друзья мои, они все говорили, за меня. И вот практически первые... Но ты не бросал ничего, у тебя пошло, нет, да? Я вообще вот с первого дня, я был самый верный, я там ни одну тренировку не пропустил. Ты еще и в Японии, по-моему, побывал. Ну, это потом, да, уже. Это потом я же, уже. Там, да. Много лет посвятил этому, и уже там, да, ездил. И ездил на там, семинары, это уже кобудо, это немножко такой отдельный вид там, с предметом, таким вот окинавским, с оружием. Да, а вот ваше поколение, мне кажется, оно было интеллектуальным. Вы читали много, вы джазом увлекались. То, да. Чего сейчас, кстати, не так распространено. Ну, вообще, вот я иногда думаю, потому что это вот там 40 лет назад мы какие-то вещи там слушали, которые, ну, все-таки там посерьезнее, посложнее. И, то есть, это вот столько времени прошло, да, и вот сейчас просто недавно там столкнулись со старым приятелем моим, он там все меня заставлял ему ставить, там, Rolling Stones какую-то вещь, вот эту, нет, теперь Джанис Джоплин, вот эту поставь. Теперь, тем более, тогда это было очень трудно. А это все... Это же мы покупали с рук, правильно, пластинки, если я не путаю? Пластинки – это была, да, роскошь. А вот потом, если ты где-то на 5 минут эту пластинку, ты мог переписать с нее, и потом с переписанной кассеты на переписанную кассету, и вот это по 100 раз до полного искажения звука. Это переписывалось по 100. Пластинка – это был, это роскошь. И вы знали все, я поэтому говорю, ну, ваше поколение. Мы, сейчас... на удивление. Я вообще, да, думаю, откуда мы выкапывали. Но все-таки вот я, ну, сейчас я вот, когда есть возможность, уже, к сожалению, нет ни времени и ни того, той увлеченности, чтобы это... Но я сейчас иногда там в Ютубе смотрю какие-то там старые концерты, например, или сейшены, там кто-то с кем-то сыграл, чего мы же тогда ни о чем понятия не имели. Ну, потому что информация ноль была. И тем не менее, вот какие-то ключевые группы там и так далее, то есть каким-то образом все равно мы вот в теме были. Вот сейчас я думаю, вот там вспоминаю, я понимаю, что мы, ну, кое-что, конечно, пропустили. Невозможно было при этом вообще там в сургуче, да, всей запечатанности. То есть все-таки доходило. И причем здесь, в Сухуми, на удивление, там москвичи дурели там с машины времени. Это перепевщики и вообще там, ну, то есть, и они считали это пределом. Вот мое поколение там. Ты знаешь, я думаю, как? Вот ты правильно сказала, вот Левар Сабудба, художник покойный, он говорил, мы никогда в Сухуми не чувствовали себя провинцией. Вот я запомнила его фразу. Вот
чем-то мы, конечно, все равно провинция, но факт, что в чем-то мы оказались, вот как ни странно... «Машину времени» вы точно не слушали. Ну, по крайней мере, для нас не было... Я не слушал, честно говоря. Не потом, они, может, там хорошие ребята, и все-таки у них своя биография, но когда там люди сегодня, вот моего поколения, там и говорят, ох, и что для них это было окно, вот для меня никак не окно. У меня там были другие группы, которые... были окном. И точно, вот когда говорят, вот тот же Макаревич, по-моему, говорил, что Битлз разрушили СССР. Вот это вот глоток свободы. Эта музыка, это вот такой хитрый инструмент, который вот проникал в наше сознание, потому что ну, во всем мире какое-то движение шло тогда. Это наивное движение, которое деградировало, естественно, это вот движение хиппи. Оно-то начиналось, сами-то импульсы были здоровы изначально. Это как всегда все потом. Оно, во-первых, утопичное. Это еще бунтарское было. Нет, оно, естественно, бунтарское. Это бунт был против капитализма, против вот этого. Вот то, что мы сегодня, например, культивируем. Просто у нас это все мелко и примитивно. Но, в принципе, да. Вот этот материальный достаток, а оно все там горит все синим пламенем. И в том числе и государство наше. То есть, вот если смотреть, то есть каждый думает наивно, что вот он сейчас свой мирок как бы нас насытит. Хотя в 21 веке должно быть все по-другому. С теперешними возможностями, с технологиями. Ну, как-то становится интеллектуальных людей как-то меньше. Ну, или мне так кажется. Беда даже не в этом. Просто мне кажется, что запущены такие гигантские механизмы вообще, да, вот если о империализме говорить, там, то есть вот вообще это уже человек и не может повлиять. То есть это такие огромные корпорации, это такая завязка, что там воля одного человека или группы людей уже трудно. Хотя иногда говорят, что там правит там буквально кучка людей. Ну, оно может и так, но очень большие системы. И человечество, если оно там как-то всерьез не задумается, как все-таки ей жить на этой планете, то перспектива самая нерадужная. Вот, кстати, насчет человечества задумается. Я смотрела твою передачу как-то, и ты сказал, у тебя там категорическое неприятие войны. Да. И я тоже с тобой совершенно согласна, потому что мы такую цену огромную заплатили, невосполнимые потери. Мы потеряли не только молодых перспективных, мы потеряли еще ученых, художников. Да, и я хочу тебя спросить, ты потеряла самого близкого друга от Гура Иналыпа. Это кто не знает, это сын историка Шалвы Денисовича Иналыпа, Миры Константиновны Хотелашвили, историка, и брат общественного деятеля Арды Иналыпа. Вот ты можешь бы вспомнить, какой от Гур был человек? Вот вы же с детства дружили, вот что было в нем? Потому что появляется о нем фотографии, информация, а люди не знают, очень много не знают, кто он. Ну, кто как не ты, вот, расскажешь о нем. А если появляется, то там уже такое-то иконопись начинается. То есть он нормальный парень был, как и мы все. И просто сейчас, когда начинают делать святого, да, нормальный парень. Вот просто по своей натуре очень порядочный, глубокий, что сказать, умный. Эрудированный, образованный. Какой-то эпизод можешь вспомнить вот из вашей? Вот. Он очень как-то вот все-таки там, все мы там были молодыми и глупости совершали, все, но вот нравственное все-таки, нравственный стержень очень важный. Что-то отличалось, потому что все, безусловно. Кто вот, я тебя перебиваю, кто от Гур, вот с такой болью, с такой любовью, ну, моя семья, которую знал, ты знал, но кто, вот мне хочется, чтобы ты рассказал какой-нибудь эпизод о нем. Конечно, если просто говорить о войне, ну что, вот эти потери, которые тем более обидно, когда ты думаешь, чему это послужило все. Ну вот что, мы говорим «Ура, мы победили» и наслаждаемся победой, да? А потеряли то есть, таких знаковых людей? Просто ответственность должна быть. Раз мы вот принесли это в жертву, для чего? Вот мы говорим «свобода» там превыше всего. Свобода? Свобода для чего? Вот от чего, понятно, допустим, можно определить. Вот нам не давали там языку развиваться, еще там себя называть. И он не спрятался, он пошел. Это эпизод, скажем так. А вот я говорю о сути, что мы теперь тем более должны отвечать. Раз мы принесли в жертву вот того же от Гура, вот как символ вот сейчас возьмем, да? Для чего? И сегодня не чувствовать ответственность за то, что мы делаем, что с нами происходит. Если мы сегодня опять торгуем паспортами, понимаешь, вот как? Где это мерило? Через что? Вот я считаю, давайте мерить. Вот через гибель от Гура Иналыпа. Вот давай. Вот стоит это того или нет? Ты расскажи мне о нем. Мне хочется, чтобы ты эпизод какой-нибудь вспомнил о вашей дружбе, чтобы телезрители знали. Вот не просто, как ты говоришь, икону, вот от него. Вы столько дружили. Мне трудно сказать. Просто иногда думаю, вот сегодня, у меня как-то вот таких людей, с кем ты
как-то на одной волне. Да? Это же очень трудно терять друзей. Да. Это ты знаешь, с которым ты понимаешь, что он тебя поймет. Вот, полуслова. Да, мы будем говорить о чем-то, да, и я знаю, что мы... Я знаю, например, вот могу вообще не моргнув сказать вот все, любые события, которые вот у нас после войны происходят уже без него, да. Я точно знаю, в какой, где он был бы, с какой стороны был бы, да, если уже у нас идет там такое разделение, да, просто есть принцип или так, или эдак, то я, ну, я понимаю, что он тоже считал бы так. Потому что я знаю, чем он руководствуется, чем я руководствуюсь, когда я отца своего вспоминаю. Мне вот когда у нас говорят о жертвах, о побе... а жертвы, понимаешь, как погибнуть во имя это одно, а жить во имя, когда люди всю жизнь свою посвятили. Вот не предаем ли мы себя? Вот я опять на примере отца, который всю жизнь проработал через такие усилия, через такие, преодолевая. Да, один то есть, его труд, махожирство, чего нет, стоит. Нет, просто вообще те какие времена были, да. Страшные. Страшные времена. Они через эти страшные времена пытались что-то сделать. И все сегодня вот это предавать. Вот каково? Предавать гибель этих людей или жизнь тех людей, которые посвятили, опять же, вот нашему маленькому народу. А сегодня мы так легко все это разбрасываем. Люди, которые вот сегодня молодые, я там слышал, которые говорят, хватит, хватит, там, давайте эти вот старшие, отойдите в сторонку. Мы молодые, которые, как они считают, выросли в свободе. Мы молодые, у нас мышление другое. То есть они считают, что они вот в маленьком вот этом, как это, оранжерее выросли и считают, что они жизнь знают. Что такое свобода знают. А что такое за неправильное слово? Тебя могут просто там к стенке, да, своего дедушку вспомнишь. Mm-hmm. То есть вообще, когда людей просто вот элементарно просто стирали с лица земли. Вот в такой ситуации что-то делать. Они просто вот не пуганные, поэтому такие смелые и решительные. Не пуганные, потому что от грузинов это вседозволенность, которая вот эта болтология, как я говорю, как ты говоришь, злочастный Фейсбук, это не он такой, а мы его таким делаем. Безусловно. Да, мой дедушка, который говорил, что будущее города – это сочетание красивое с высоким архитектурных размахов, сочетание природных красот, он, наверное, пришел бы в ужас, когда увидел, что сейчас как застраивается наш город. Я думаю, ты тоже переживаешь об этом, ты говорил, писал неоднократно, как ну, у нас да, уничтожаются просто... не только здания, у нас же и деревья уничтожаются, это гинко знаменитое дерево. Да. А что, мы писали, мы возмущались, ведь у нас даже самосознания нет, чтобы вот этот город наш сохранить как-то. Ведь во всем мире как-то ты путешествовал много, и ты ну, видишь... Я немного, но что, ну, немного, но путешествия. Ты видишь, что вот эти памятники, они сохраняют как-то во всем мире, а у нас как-то больше сносят, мотивируя тем, что нет средств на содержание. Ты понимаешь, нет любви к тому. Вот я не знаю, для меня, например, в Сухуми, я когда вижу даже старые стены вот эти просто, да, которые стали, до этого там вот мы знаем вот эти особняки, которые особенно в центральной части, да, у них как-то вот фасад богатый, а там боковые стены просто вот этим бутом выложены, там таким mm-hmm. диким этим камнем. И это, то есть как бы там ни к чему, а они уже становятся как раз именно они таким эстетическим элементом. То есть вот эта кладка, она со временем она стала очень таким художественным элементом. И даже кусок стены такой, он может сыграть роль, вот если там, например, современный, вот ты говоришь, хай-тек, да, то есть из стекла и прочего сделать, например, там небольшой архитектурный план. А что мешает, да? Незнание или нелюбовь? Они не ценят. Для них, вот как сейчас снесли этот там в Афоне этот склад, ну он как бы там невозможно было. Я специально подборку дал того, как, вот в Фейсбуке выложил специально. Я посмотрела, того, да. Как можно как делать. Как можно, оказывается. И в мире, оказывается, это сплошь делается. И это другое отношение просто. Вот и все. Ну у нас пока такие, да, грубые нравы и запросы грубые. Потом вот, ну что, у нас вся архитектура, вся система сама, она так построена. Материалы, которые поставляются, им, например, реставрировать, это такая головная боль, это требует вообще каких-то знаний, других материалов, там, потому что это, ну, там есть консервация, там еще что-то, то есть специально. А у них накатанное, у нас, я такое называю, это прораб стайл, знаешь, mm-hmm. такой дизайн, прораб дизайн такой. У нас по мышлению прораба все делается. И то есть, а ему удобнее, конечно, снести и поставить, вот есть известные вот эти полублоки, пеноблоки, так-так, потом там этим, тем, и все, и готово. И вот это по пути наименьшего сопротивления, собственно, так весь город и строится. Но вообще-то такие вещи, они, как сказать, мы не уникальны в этом смысле, но
И это везде происходило, как сказать, вот поствоенное, но у нас уже 25 лет, это поствоенное. Обычно страдают, да. И страдают как раз исторические районы. Вот с Лондоном так было после войны. И не только Лондон. То есть капитал начинает побеждать. Да, что, а капиталу где нужно находиться? В хорошем месте. А в хорошем месте стоит там руина. Это надо снести и поставить свой дом. И то есть вот в этом смысле мы не уникальны. И у нас то же самое происходило. И здесь какие-то потери, они вот неизбежны. Но надо пытаться это все-таки... как-то регулировать и все-таки... Ну, на законодательном уровне. Конечно. Это прежде всего законодательно. Минимизировать потери, одним словом, пока мы там образумимся. Но пока образумимся, мы снесем все. Мы снесем все. А ждать... Ну, я понял, что влиять, в общем-то, как-то я постепенно вообще замолчал. На что-то влиять всерьез невозможно. Потому что ты понимаешь, что не в том состоянии наш организм, вот если говорить о обществе. Вот. Поэтому... Поэтому уже апатия какая-то появляется. Да, что... и это, что... я говорил несколько лет, самое худшее будет, когда наша вот здравомыслящая часть общества впадет в апатию. Это с нами и произошло. У нас, если смотреть, да, то есть все, кто маломальски вообще как-то трезво мыслят и рассуждают и готовы что-то делать, они как-то на периферии общественного какого-то процесса. Это же не случайно. Не востребованы. К сожалению. Почему они не востребованы? Вот, к сожалению. А это же о чем-то говорит? Вообще это не звоночек? Запрос разве? Общества очень такой. Да. Ты столько видел, ты немало. Да, ну я же. Нет, ну все, столько человек. Ты, мне хочется сказать, ты счастливый человек, вот, когда в мире столько всего творится. Вот именно. Ты сама и ответила. То есть это надо быть идиотом, чтобы быть просто. Но, как сказать, радоваться жизни надо. Жизнь — это дар. Это удивительная вещь. И вообще надо стараться, чтобы вот не впасть в такую вот депрессию, или мы говорим об этой апатии, да. То есть мир фантастически многообразен, фантастически, но просто бывает твое состояние, когда все вот сводится в одну точку, да, мутно, все, и просто для тебя схлопывается все, и оказывается все, и вот не дай бог в это состояние, потому что, например, депрессия, да, это же внутреннее состояние, но и все вот это все богатство и многообразие, удивительность этого мира, фантастические вообще какие-то вещи в этом мире. Оно все просто схлопывается вот в одну, и все, и для тебя это вот такой мрак, у тебя черный экран. Вот не дай бог в это состояние впадать. А просто, как сказать, постигать мир, понимать вообще, для чего мы вообще. Потому что ну, вот в детстве я чаще себе этот вопрос задавал, а потом вот эта рутина. И ты, я в 6 лет, например, там, выяснял, для чего вообще в жизни, вообще, что надо делать. Потому что кто там, поучают тебя кто? Ну, постарше тебя кто-то там, родители или еще кто-то, который точно так не знает вообще, что делать и как. То есть, на самом деле, такие слепые ведут слепых. И вот здесь, не знаю, вот не забывать все-таки какие-то большие вопросы себе задавать. Потому что вот эта повседневная рутина, она уводит куда-то. Сплющивает как-то нашу Главное жизнь. Главное дышать и видеть, как говорил Бунин. Тоже хорошо, тоже видеть, да. Дышать и дышать, потому что Бунин, ты сказала, да. Вот у него есть этот рассказ прекрасный, «Легкое дыхание», если да. Да, «Легкое дыхание», как застрелил там девушку его. Да. Да. И просто о ну, том, что жизнь очень трепетна, да. Такая легко очень... Мы все здесь кто-то эпизод поместил с опять беседой на Патриарших прудах. Мне кажется, ее надо чаще вообще озвучивать. Ты имеешь когда... в виду Воланда? Да, да. И когда тот говорит, что человек хозяин там, да. То есть вот напоминать о том, что насколько мы подчинены каким-то большим законам. И потому что люди живут вообще как-то не боясь ни греха. То есть вот совершают и считают, что вот, это, вот этот, как сказать, внешний пласт, вот он и есть основной, единственный. А то есть о каких-то тонких связях, сложных забывают. Связях.
Они просто не знают и знать не или хотят. Или не знают. Да. А вот об этом надо помнить. Потому что мы не можем из нашего измерения понять высшее измерение. Поэтому... Но мы понимаем, что он, есть нечто, да? То есть вот этот нравственный стержень. Что-то тебя заставляет, ты там верующий, неверующим себя считаешь, но ты отличаешь одно от другого, увы. Вкусил плод, вот это, да, познал, что такое есть добро и зло. И ты, человек уже отличается от других существ. И поэтому должен знать цену своим поступкам, понимать. Мы же знаем, вот, ты же знаешь, что хорошо, плохо поступаешь, не поступаешь. Ну, я-то знаю, может, кто-то другой будет не знать. Да, но я имею в виду, что оно же вот присутствует. Понятно. Адгур, спасибо, что пришел. Спасибо, что нашел время с вами поговорить. И рассказал нам свою жизнь и ответил на наши вопросы. Творческий человек – это тот, кто ощутил в себе талант и дарит его людям. Тот, в ком выявляется яркое мышление и богатство фантазии в замысле. Тот, кто постоянно работает над собой и направляет свою энергию в нужное русло. А еще творчество – это талант, приумноженный работой, что и показывают нам такие люди, как Адгур Дзидзария. А мы прощаемся с вами.